Привет, с вами Артем, и сегодня я вам покажу, как создать скин для стримкрафтовой ложки. Давайте его поставим вновь. А вот сейчас мы это покажем. Я не могу рисовать такие. Ну, если брутально, тогда давайте нарисуем. Ну, чё? Чё? Он делает успех. Пускай будет труба.
Вот. Осталось только нам сделать вот руки пускай будут. Ну, это легко будет. Я хочу их сделать. Такого крутого. Ну вот, сохраняем. Пишем имя. Сохранить. Все. Вот где тут скинешь. Вот он. Вот наш скин. Потом заходим на стримка. Походим лично. Нет, вот наш скин. Выбрать файл. Ищем, где наш скин. Вот он. Видите? Личный кабинет. Вот он наш скин. Вот он. Чтобы вы проверили, заходим на StreamCraft. Запускаем. Вот в игру. Обновление. Далее. Загружать. Вот. Ну вот, заходим на этот стрим. Ой. На этот сервак. Вот он наш скин, вот он. Наш все видит. Так, видите? Там как хотят, говорят. Про ваш скин. Ладно. Всем спасибо за просмотр. До свидания.